встретить. Я приехала в аэропорт Краснодар уже. Стою на регистрации, хотя я онлайн зарегистрировалась. Я не знаю, я здесь первый раз, поэтому буду разбираться на месте, что здесь и как. Билет распечатанный, паспорт. И у меня только ручная кладь, мне даже не нужно никакой багаж давать. Я лечу в Питер. Ну что, я уже прошла все проверки, которые можно. Честно, скажу, немножко трепетно. Сейчас уже скоро закончится регистрация, и можно будет уже идти на посадку не так далеко. Вот эта вот дверь, куда выходит, гейт. Вот. У меня он третий вроде, да. И полечу на самолете в Питер. О, да, я никак не ожидала, честно говоря, что я в ближайшем времени, в ближайшем будущем побываю в Питере, но судьба так сложилась, что я лечу туда. В аэропорту часть людей находится, соответственно, в маске, кто-то без нее, но все работники в масках ходят. Везде вывешены таблички, что, мол, соблюдайте масочный режим. И во время всего полета ради своей безопасности буду тоже находиться в маске, но так как сейчас вокруг никого нет, я решила ее снять. Самолетик красный. Я летала в своей жизни два раза. До Анапы и обратно с Пермского края. Это моя третья поездка, полет. Здравствуйте. Глаза закрыты. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо вам большое, приятного полета. Здравствуйте. Маску, пожалуйста, при входе на борт. Спасибо. Необходимо надеть, одевайте. Ну что, я уже уселась. На борту холодно, поэтому пришлось нацепить кофточку. Думаю, будет еще холоднее. Наш самолет имеет 6 аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. 2 в передней части самолета, 2 аварийных люка на плоскости крыла и 2 в хвостовой части самолета. Я на земле в Питере. Что будет дальше, узнаете завтра. Первый полноценный питерский день встретил меня очень дождливо и пасмурно. Утром настроение поднялось, потому что была солнечная прекрасная погода. Я сразу такая: «О, класс!» Но прогноз погоды обещал дождь, собственно, что у нас сейчас есть, моросит. Холодно, 10 градусов. После краснодарских 33 у меня немного диссонанс сейчас пока в голове. И хочу сказать то, что погода как на Урале. Вот прям похоже. Только картинки за окном отличаются. Здесь широкие такие улицы. Вот это я первое, что заметила. А там, понятное дело, немножко по-другому. Поэтому погода одинаковая, а то, что вокруг, разное. С обоих сторон такой достаточно обшарпанный вид. Да, конечно. Советская постройка. Это советская, да. Необычно, хочу сказать, но в Краснодаре такие дома, похоже, есть. Не настолько, конечно, длинные, но что-то такое есть похожее. Вот они, по-моему, одинаковые, эти два дома. Они как близнецы. Похожи, по крайней мере. Не, ну не близнецы, наверное, похожи. Конечно,
знаешь, да, такое все обшарпанное. Зашли в один из магазинов, и что меня сразу здесь удивило, так это то, что здесь прямо с магазина есть вход в метро. Возможно, я какая-то дикая, но меня это очень удивило. И идет дождь. Вот такая вот погодка. Все ходят с зонтиками. Сейчас промокнем. Уже здесь потихонечку начинаются исторические домики. Вот. Погода, конечно, овно. Ну, что делать? У нас осень началась. Очень вот. Широкий. Это получается по три полосы. И получается посередине трамвайные пути. Да. Вот такие вот дома, они, мне кажется, в любом есть городе России, особенно в центральной части. Поэтому, думаю, Питер не исключение, но концентрация таких домов, понятное дело, здесь гораздо выше, чем в любом другом городе. Все-таки Питер строился на европейский манер. Европейский город? Да. Есть такие стили советские в архитектуре, которые очень интересны на самом деле. Там футуристичные какие-то вот такие всякие детали. В Краснодаре тоже много вот домов советского периода, которые на центральной улице стоят, и они привлекают внимание. По-моему, гостиница «Москва», насколько я помню. А мы выходим на Невский проспект, на самую главную улицу Санкт-Петербурга. Угу. Я бы не сказал, что она самая красивая, есть красивее, но она самая главная. Ага, большой. Ну да. Колонны, правда, огромные. Очень огромные. Тогда я понимаю эффект неожиданности, когда ты вышел с улицы.